Вчера вечером в Красноярске на концерте потеряла сознание наша любимая российская певица Максим. Это произошло так быстро, что зрители даже и не поняли, что с ней случилось. Она только вышла на сцену, все ей начали аплодировать, только включилась музыка, она начала петь и сразу же с грохотом упала на сцене. Музыка была приостановлена, а охрана на руках вынесла нашу певицу за кулисы. Через несколько минут подъехала скорая и забрала певицу Максим в больницу. Сейчас она находится в городской больнице, и медики делают все возможное для того, чтобы оказать ей медицинскую помощь. В каком состоянии находится певица, пока неизвестно. Сейчас мы проводим собственное расследование, пытаемся узнать все подробности этой трагедии. И завтра рано утром, друзья, как и обычно, расскажем вам об этом всем в нашем новом выпуске.